В Карагандинской области зарегистрирован падеж птицы. В фабрике Абайского района запрещено реализовывать яйца. Предприятие потеряло более 16 тысяч кур. К слову, всего там насчитывают 800 тысяч птиц. По словам сотрудников фабрики, массовый падеж начался после завоза нового корма. Ветеринары взяли пробы погибшей птицы, а лабораторные исследования обнаружили возбудитель сальмонеллеза. Как сообщили ветинспекции, на данный момент падеж птицы прекратился. На сегодняшний день проводятся мероприятия, дезинфекция фабрики. Соответственно, по представлению главного госветинспектора Абайского района будет наложено ограничительные мероприятия, то есть реализация приостановлена.